30 тысяч квадратных метров, 4 этажа и 88 классов. Школа «Багратион» в Гусарской Балладе – самая большая в Московской области. Здесь все оборудовано по современным стандартам. Впрочем, вопросы у родителей и учащихся все же возникают. Например, раковины в санузлах начальной школы были установлены слишком низко. Этот недочет подрядчик уже исправил. То есть, соответственно, в той половине, где у нас начальная школа, раковины подняты так, чтобы детям было удобно. От самих детишек есть какие-то жалобы? Нет, детям все очень нравится, да, они очень довольны, школа новая, большая. С первых дней работы в образовательном центре сформировалось активное родительское сообщество. У его председателя Алены Гурьевой здесь учатся двое детей. Поэтому за качеством питания она, как и другие родители, следит пристально. Я как председатель актива передала нашему повару все восхищения и благодарности родителей, потому что очень много отзывов, как дети нравится питание. Вот, и сами удостоверились, насколько вкусно. К качеству блюд вопросов нет, а вот логистику на кухне еще предстоит наладить, чтобы питание было действительно горячим. Еще один вопрос, который подняли на встрече родители – размер досок в классах. Ученики задних парт не видят материал. Если детям и родителям нужно, и такая доска не устраивает, то можно найти большего размера. Давайте вместе примем решение, мы посмотрим, сколько это стоит. Эту отправим в любую другую нашу школу. За активностью родителей в классных чатах в администрации образовательного центра будут по-прежнему следить. Ведь такая обратная связь помогает грамотно и четко выстроить работу самой большой школы в Подмосковье. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».